Мой гость сегодня — лейтенант Сара Краковски, пресс-секретарь полиции Найт-Сити. Здравствуй, рад тебя видеть. Привет, Зиги. Спасибо, что позвал. Надеюсь, ты нормально добралась до студии. Ничего не случилось. Thank you.
Заварушка, атаки! Ah!
Что вам нужно? Я пришел тебя вытащить. А, что? Меня нанял твой муж. Я о тебе позабочусь. Идиот! Кретин! Никчемный кусок дерьма! Тише, тише. Хватит. Вы должны мне помочь, умоляю. Да помогу я. Давай, вставай уже. Настоящий взрыв, туса. Иди за мной. Можешь не благодарить. Тебе есть к кому обратиться за помощью? Да, к маме. Скажи ей, пусть тоже прячется. Они будут искать твою семью, близких, друзей. Да, поняла. А что с Брэдли? Не знаю. Думай пока о себе. Эй, садись. Поедешь в безопасное место. А, спасибо. Удачи тебе. Лорен в безопасности. Я сейчас напишу Брэдли. Спасибо тебе за помощь. Заказ закрыт.
связи. Приказ обнаружить себя. Локализую подозреваемого. Приказ обнаружить себя.
Стреляйте! Yeah.
Перегруппироваться! Вот это другое дело! Ha ha ha!
Я не в настроении. Может, чуть позже.
Все наладится. Давай не будем тянуть. Покажи, что у тебя есть. Пожалуйста. Наверняка найдется что-то по вкусу. Дорогой, надо зайти в казино тигриных когтей и принести мне кое-что. Мне кажется, у тебя получится. Я приложила дополнительные сведения. Прочитай внимательно.
Thank you.
Это! Как сейчас с доходами? Sure.
Мне передали, что чип Вортекс уже везут. Ты оправдал мое доверие, Ви, а значит, заслужил вознаграждение. Сейчас я закрою заказ и переведу тебе деньги. В Найт-Сити настоящая любовь умирает. Мужья изменяют женам, жены изменяют мужьям. Потом они разводятся и поливают друг друга грязью. Представляешь? Если честно, я в шоке. Но ты не отчаивайся. Сегодня я даю тебе шанс помочь одному такому разведенному. Его зовут мистер Гутьеррес. И он рассчитывает на нас. Конечно, его брак уже не спасти, но мы можем вернуть чек, который жена у него забрала. Прочитай про заказ в письме. Самое главное – диета и упражнения. Какие у тебя утренние процедуры? Микроочищающая криомаска. Потом 100 раз на пресс, 2 допаминки и ложка маточного молочка. Погоди, типа пчелиного, что ли?
Главная цель – защищать благополучие моей семьи и моей... Именно поэтому я принял решение удвоить контингент нашей службы безопасности. Президент Майерс назвала это нарушением Арвинского пакта и провокацией против... Скажите, что такое убийство моего отца? Разве это не провокация? Разве это не... Живи быстро! Шокирующая новость этой недели – нападение киберпсихопата на мэра Найт-Сити Люциуса Райна. Сумасшедший атаковал мэра во время пресс-конференции, но, к счастью, его вовремя обезвредил детектив полиции Ривер Уорд, не допустив печального исхода. Уорд, которого уже прозвали Суперкопом, сегодня получил от мэра медаль за заслуги. То, что чуть не стало трагедией, в итоге может оказаться для мэра настоящим подарком судьбы в преддверии будущих выборов. По данным опросов, после этого нападения Райан обходит своего главного соперника Пиралиса уже не на 12, а на 19% пунктов. Больше местных новостей после паузы. Считают, что убийство директора может быть отчаянной попыткой отвлечь внимание публики от бесконечных внутренних проблем компании. После паузы обсудим с экспертами, каким образом Арасака может выбраться из кризиса. Музыка.
54-м. Я Джиллиан Джордан. Итак, о последних местных событиях. Совсем скоро наступит 54-я годовщина катастрофы на Росата Тауэр. В 2023 году Найт-Сити потрясла трагедия. Завтра начинается санитарная обработка тоннелей. Для этих работ будут применяться мощные нейротоксины, поэтому жителям Уотсона следует держаться подальше от ливневых стоков во избежание несчастных случаев и отравлений. Далее. Как справиться с просто... У него пушка! Наступаем! Нельзя его упустить!